Вот что получит Абхазия в случае выполнения данного договора? Вот Одиссей Михайлович, вот вы сегодня меньше всех говорите, хотелось бы услышать ваше мнение. Работа что нам такая. Даст вот этот договор? Данный договор даст, значит, те условия, которые там заключены, вот, в рамках нашей Конституции, нашего законодательства. Естественно, это удовлетворение того вопроса, который российская сторона столько лет просит рассмотреть. Думаю, вот и все.